Госпожа, они пробудились. Сейчас не твое время, а мое. Ну что, стервы, готовы попугать народ? Ребят, всем привет, меня зовут Елена Райтман, и добро пожаловать на мой канал. Если ты еще не подписан и не стал частью нашей огромной семьи, то скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем. Наша неделя страшных историй продолжается, и сегодня я поведаю вам новую страшную историю. Но перед началом страшной истории хочу предупредить вас, что камера меня периодически не видит, точнее фокус. Из-за того, что у меня есть грим, он не понимает, что я, кто я, поэтому фокусируется во все возможные стороны. Так что если иногда будет фокус немножко размыт, ну не обращайте внимания, что уж поделать, не замечает он такую прекрасную тыкву перед собой. Либо отслеп от ее красоты. Кстати, если вам будут нравиться мои образы, то ставьте им пальчики вверх, потому что мне будет безумно приятно. Мой папа очень любит охоту и рыбалку, причем что настолько сильно любит, что готов уезжать за 1000 километров от дома, лишь бы там поохотиться и порыбачить. В одной из таких поездок он позвал меня с собой, сказал, что поедет туда, где живут наши родственники, которые меня никогда не видели, и было бы здорово мне с ними познакомиться. Я согласилась, потому что в принципе путешествовать мне нравится, особенно путешествовать на машинах, мне кажется, что в этом есть какая-то своя доля романтики. Не то чтобы романтика, но в этом есть что-то загадочное и прикольное. Поэтому я вместе с папой отправилась за несколько тысяч километров от дома. Я думала, что мы приедем в какое-то место, да, где охотятся, рыбачат, и сразу приступим к делу, так сказать. Но, как оказалось, когда ты приезжаешь в место, где живут твои родственники, планы периодически меняются. Ну, знаете, как это бывает, когда ты приезжаешь в деревню, и все друг друга знают, все друг другу родственники практически. Так и у нас случилось. Мы буквально с папой ходили от дома к дому, навещали родственников, общались. Папа им гордо представлял, что смотрите, вот это вот моя дочь. Они там расспрашивали меня, как учеба, как на личной жизни дела, что новенького, если у тебя мальчик, какие планы на будущее. Короче, вопросы, которые я терпеть не могу. Я терпеливо сидела, отвечала, улыбалась и смотрела, как папа с родственниками отмечает знакомство. Рядом с деревней, в которой мы были, находится еще одна деревня. Там, где находится еще одни родственники. И так получилось, что в месте, где мы отдыхали, нас не могли оставить на ночь. Поэтому нам предложили поехать в соседнюю деревню, которая находится совершенно рядом, чтобы мы остановились там. Мой папа хорошенечко так выпил, встал на защиту папы, что он делал это не по своей воле, потому что, опять же, как происходит в деревнях? Ты меня уважаешь? Если ты меня уважаешь,
пей. И отказаться невозможно. В таком состоянии папа точно не мог водить машину. А уже вечерело. По-хорошему, нам уже нужно было уезжать. Поэтому один из родственников, я не знаю, честно, кто мне приходится, но какой-то там родственник. В общем, этот родственник предложил мне сесть за руль. На то время у меня прав не было, но в свое оправдание скажу, что ездила я достаточно хорошо. А с учетом того, что мне объяснили, тебе нужно просто прямо ехать, никаких поворотов, ничего, просто едешь прямо, буквально, ну, наверное, минут 40-50 от силы, и там сразу будет деревня. Просто по прямой. Задача, в принципе, стояла несложная, навряд ли бы где-то в лесу вдруг оказались гаишники и все такое. Да и встречек там не было. То есть деревни были очень маленькие, поэтому я согласилась. Они довели моего папу до машины, папа сел на пассажирское сиденье и сразу уснул. Классно, думаю я. Я-то надеялась, что хотя бы папа будет рядом, если что, будешь мне что-то подсказывать, но, видимо, я стою сама по себе. И в этот момент ко мне подходит мальчик. По возрасту он примерно был, наверное, как я. Ну, может быть, плюс-минус 1-2 года. Он подходит ко мне и молча садится в машину. Я его спрашиваю, кто ты? Он говорит, я родственник. Я такая, ага. И честно скажу, я обрадовалась в этот момент, потому что он парень, и я могу просто взять и попросить его, чтобы он рулил. Слушай, а ты местный? Да. Я в той деревне живу. Слушай, так это классно. Может быть, ты сядешь за руль, а то я местности вообще не знаю. Нет, я не умею водить. Да что там водить? Просто прямо и все. Я не разбираюсь в педалях и в этой коробке передач. Я вообще никогда в жизни не водил машину. И тут мои надежды все рухнули, потому что я понимаю, что все-таки мне не подфартило. Придется мне ехать самой. Мы едем. Вокруг кромешная тьма. Погода была просто отвратительная, потому что началась метель. Это была зима. Вся дорога была засыпана, и я честно молилась на машину, думала, хоть бы она смогла все это преодолеть и проехать, потому что застрять ночью посреди леса мне совершенно не хотелось, потому что мы могли просто замерзнуть. Я смотрю на папу, он отрубился и спит. Никакой реакции не дает. Тогда я посмотрела на этого мальчика. Он молча ехал и только смотрел в окно. «Как хоть зовут-то тебя?» – спросила его я. «Витя. Можно просто Витька». «Витя, а ты молчаливый парень. Наверное, в игрушки на компьютерах привык играть». Он предпочел не отвечать на этот вопрос и просто промолчал. «Витя, расскажи мне хоть что-нибудь. Ты меня-то знаешь, как зовут?» «Нет». «Меня зовут Лена. Мы приехали с папой из Бокситогорска. Это находится в несколько тысяч километров от вас. Приехали на охоту и рыбалку. Ну и с родственниками повидаться». Витя без особого интереса участвовал в разговоре. По большей части он просто молчал. Я поняла, что он не хочет со мной общаться, поэтому не стала к нему приставать и молча поехала дальше. Я не знаю, сколько именно длился наш путь, но мне казалось, что эта дорога была просто бесконечная. Хотя ехать это нам было минут 30-40, как сказал дядя. От одинакового пейзажа на горизонте мне даже стало казаться, будто мы ездим кругами. Будто мы едем, но не меняем свою локацию. «Витя», снова решила я обратиться к мальчику, «а ты дорогу это знаешь?» «Ну так». «Скажи, мы хоть правильно едем-то?» «Не знаю». «Классно», подумала я, «отлично просто». Я бросаю свой взгляд на часы в машине и замечаю, что мы уже едем полтора часа. Как мы можем ехать полтора часа, если до деревни минут 30-40. Никаких поворотов не было, то есть мы ехали правильно. Тут начинается метель. Все лобовое стекло замело, я вообще не видела дороги. Я решаю остановиться для того, чтобы протереть стекло, чтобы можно было двинуться дальше. «Витя, я сейчас выйду из машины, а то смотри, как лобовое стекло замело. Ничего не видно. Посиди тут, хорошо?» «Хорошо». Я выхожу из машины, открываю багажник, достаю щетку и начинаю чистить лобовое стекло. В этот же момент я достаю телефон, чтобы открыть навигатор, чтобы посмотреть, как долго осталось ехать до этой деревни, потому что я уже начинала переживать. Я не рассчитывала, что мне придется так долго ехать. В этом месте связь вообще не ловила. Это не удивительно, потому что кругом лес. Для таких мест это нормально, потеря связи. После того, как я очистила стекло, я решила попробовать походить, поискать связь. Ну а вдруг мне повезет, и я хотя бы одну палочку поймаю, чтобы открыть навигатор. Я все иду и иду, пытаюсь поймать связь, но все безуспешно. И вдруг, находясь на середине дороги, я слышал смех со стороны леса. Смех мальчика. Я поворачиваюсь и вижу за сугробом, знаете, как это бывает, дорога почищенная, сугроб и лес начинается. И вот там вот сидит мальчик и смотрит на меня. Мальчик был возраста примерно лет 7 плюс-минус. Он сидит в этом сугробе и смотрит, и смеется.
«Мальчик, ты что тут делаешь?» Но в ответ была тишина. «Да кто же это мог ребенка просто взять и высадить и оставить одного в лесу? Мальчик, ты знаешь, где твои родители? Кто тебя тут оставил?» Но мальчик мне не отвечал. «Погоди, сейчас я тебя достану. Поедешь с нами, мы тебя отвезем до деревни». Я подхожу к лесу и стараюсь перешагнуть этот сугроб, чтобы дотянуться до мальчика. Я протягиваю до него руки. Он улыбается и протягивает руки в ответ. Мне почти удалось схватить его за руку, но в этот момент я слышу голос Вити. «Долго ты там еще?» «Витя, хорошо, что ты вышел. Иди сюда, помоги мне». Витя так недоверчиво посмотрел на меня и спросил. «С чем тебе помочь?» «Витя, тут в сугробе сидит мальчик, ему лет 7. Помоги его достать, он же там замерзнет». «Какой еще мальчик?» Удивился Витя. «Ну иди сюда, я тебе все покажу». Витя подумал, что я сошла с ума, потому что откуда здесь так поздно? В сугробе может оказаться мальчик, но все же он пошел ко мне. «Ну и где он?» «Да вот же... А он же только что тут был». И я понимаю, что мальчик куда-то ушел. Я стала выкричать: «Мальчик, мальчик, отзовись, где ты, мальчик?» Но в ответ была тишина. «Пойдем в машину, я уже замерз». «А как же мальчик?» — спросила я Витю. «Да нет никакого мальчика, тебе показалось. Пойдем, а то сами тут останемся и замерзнем». Витя взял меня за руку и потащил к машине. Пока я шла до машины, я стала немножко приходить в себя и понимать, что действительно, откуда ночью в сугробе мог оказаться 7-летний мальчик. Но это невозможно. Скорее всего, мне действительно показалось, скорее всего, от недосыпа, а во время путешествия в машине недосып — это норма. Скорее всего, это просто были какие-то галлюцинации, и мне просто-напросто показалось. Возможно, дерево было какое-то похожее на мальчика или еще что-то. В общем, я согласилась с Витей и села обратно в машину. Мы поехали дальше. Я посмотрела на папу. Папа все так же по-прежнему спал, он даже не просыпался. Я обернулась, взглянула на Витю. Витя тоже уснул. «Классно», — подумала я. «Отлично просто. Все дела, все проблемы скинули на меня. Вези нас, Лена. Куда, не знаем». У меня появилась такая, знаете, злоба от того, что лучше меня справиться с этой задачей, но вместо того, чтобы хотя бы поддерживать меня, помогать, они взяли оба и уснули. Я девушка, мне безумно страшно ночью, зимой ехать по лесу, не зная куда, когда все спят. И еще, когда мне вот такие глюки приходят в виде мальчика. Я настолько была зла, что стала буквально кричать: «Папа, может быть, ты уже проснешься? Почему я все одна должна делать?» Но в ответ я услышала только храп. «Папа, я даже не знаю этих родственников. Почему ты меня посадил за машину? Почему я должна искать дорогу? Проснись уже, папа!» Но папа по-прежнему спал. Тогда я поняла, что все мои усилия разбудить его были абсолютно бесполезны. «Витя, ну хоть ты не спи!» — обратилась я к мальчику. «Витя, да что с вами со всеми? Я сейчас остановлюсь, и вы пешком все пойдете. Или замерзнете в этой машине». Но даже мои угрозы на них не подействовали. Чем дольше я еду, тем больше я осознаю и понимаю, что мы никак не двигаемся. Пейзажи одинаковые. Время идет, а к месту мы не приближаемся. Мы как будто едем на месте. И тут машина издает такой неприятный звук, после чего она останавливается и уже больше не заводится. «Папа, машина сломалась, я не знаю, что делать!» Папа по-прежнему спал. Тогда я вышла на улицу и открыла капот. Честно скажу, не знаю, что я там ожидала увидеть, потому что в машинах я не разбираюсь. По мне так все было как обычно, ничего не случилось. Поэтому я закрыла капот и села в машину и принялась будить папу. «Папа, машина сломалась, помоги! Витя, ну хоть ты помоги!» И в этот момент я понимаю, что Вити-то в машине нет. Он исчез. Тогда я выхожу из машины и начинаю его кричать. «Витя! Вить! Витя, ты где? Витя!» Я прохожу чуть дальше и замечаю поле, а на нем Витю. И он куда-то идет вперед. «Витя!» — начинаю я кричать и бежать к нему. «Витя, подожди! Витя, ты что, не слышишь меня? Стой! Витя, стой!» Но он по-прежнему идет вперед. Я бегу по этому полю, по колено в снегу, и я спотыкаюсь и падаю. Я поднимаю глаза и вновь вижу этого мальчика. И тут я понимаю, что мне сейчас не кажется. Не может два раза мне показаться. Я вижу мальчика и говорю ему: «Мальчик, ты где был? Как ты сюда попал?» Я поднимаюсь на ноги и иду к мальчику, пытаясь пробраться сквозь снег. Но тут за спиной я слышу голос Вити. «Не трогай его». «Витя, что значит не трогай? Это маленький мальчик, ему надо помочь. Он же боится, ему страшно». «Это не мальчик, не трогай его». Я, недоумевая, поворачиваюсь и смотрю на Витю. «Что значит не мальчик? Посмотри на
на него. И тут мальчик опять исчезает, как будто его и не было. Витя, ты же его видел? Поворачиваюсь я к нему. Но и Витя исчезает, Вити тоже нету. Да что за чертовщина здесь происходит, я не понимаю. Кое-как, карабкаясь, я все-таки выбираюсь с этого поля и иду к машине. Только я хватаюсь за ручку, как... Впереди себя, на середине дороги, я вижу какую-то женщину. Женщина была одета вся в черное. Лица ее было не видно, потому что на ней был то ли капюшон, то ли еще что-то. Я просто видела впереди черный силуэт. Здравствуйте! Вы не подскажете, где тут деревня? А то мы все едем, едем и никак найти не можем. Мы, похоже, заблудились. Но в ответ была тишина. У вас все хорошо? Вы не поможете? Как найти дорогу до деревни? Ты забрала моего сына! Вдруг ответила мне женщина. Так это был ваш мальчик! Он вот там, вот в поле! Показываю я на поле пальцем. Ты забрала моего сына! Я не трогала вашего сына, я лишь хотела ему помочь, но... Он постоянно от меня куда-то убегает. И тут с невероятной, нечеловеческой скоростью эта женщина побежала ко мне. Я очень сильно испугалась, открыла машину, села в нее и заперлась. Женщина с невероятной скоростью буквально влетела мне в лобовое стекло. Я трясущимися руками пытаюсь завести машину, в итоге мне это удается сделать, и я просто со всей дури даю по газам. Машина тронулась, я еду, оборачиваюсь к папке и... Понимаю, что папы в машине нет. Я тут же даю по тормозам и начинаю оборачиваться. Вокруг я не вижу ничего, ни Вити, ни папы, ни этой женщины. Я просто одна посреди дороги, посреди леса, ночью в машине. Я сдаю назад и доезжаю до этого поля. Посреди поля я вижу папу. Я понимаю, что мне нужно бежать к папе, потому что здесь находится какая-то непонятная женщина, которая неизвестно, что вообще хочет. И папа как минимум сможет меня защитить от нее. И мы хотя бы с ним сможем побыстрее отсюда уехать. Я со всех ног бегу по этому полю. Я кричу: «Папа, папа!» Но папа молчит и никак не реагирует. И как бы быстро я не бежала до папы, он всегда все равно находился далеко от меня. Мне просто тупо не удавалось его поймать. Это, знаете, как во сне, когда ты бежишь, ты все равно стоишь на месте. Ты не можешь добежать до того места, до которого пытаешься. И тут было то же самое. Я почувствовала просто свою безысходность. Я поняла, что я бессильна, я не могу никак его догнать. Я со слезами на глазах кричу: «Папа, пожалуйста, остановись, папа!» Я бессиленная, падаю в сугроб, понимаю, что я не могу папу догнать, я потеряла Витю, я вообще нахожусь непонятно где, еще тут какая-то женщина ходит. Я закрываю глаза, открываю от того, что слышу голос Вити. Уезжай отсюда. Витя, там папа, можешь его догнать? Давайте поедем все вместе, садитесь в машину, мы отсюда быстрее уедем. Я лежу в этом сугробе, я не чувствую уже ни рук, ничего. Мне настолько было холодно, насколько, наверное, я никогда в жизни так не замерзала. И тут раздается голос Вити. Посмотри в машину. Я оборачиваюсь, смотрю на машину и вижу, как на пассажирском сидении сидит мой папа. Я оборачиваюсь в поле, и там уже ничего нету. Витя, он только что был на поле, я бежала до него. Его не было в машине. Откуда он там? Витя, пойдем быстрее в машину, давай отсюда уедем скорей. Тебе надо бежать, она гонится за тобой, уезжай отсюда. Я не понимаю, откуда Витя узнал про эту женщину, потому что его не было. Витя, за мной гонится та женщина? Да, скорее, уезжай отсюда. Я хватаю его за руку, говорю: побежали вместе, давай мы вместе отсюда уедем, скорей. Я уже дома, спасибо, что подвезла меня. Что? Не понимаю, смотрю на него. Это мой дом, а тебе надо проснуться. Сейчас вообще не время для шуток. Что значит мне надо проснуться? Витя, про что ты вообще говоришь? Я не сплю. Проснись, открой глаза. Проснись скорее. И тут я резко открываю глаза. Я тут же смотрю на пассажирское сиденье и вижу рядом с собой папу. В машине было просто настолько холодно, что у меня онемели все руки, ноги. Я вся буквально вот онемела от холода. Я поворачиваюсь и понимаю, что дверь в машину была открыта. И у нас уже половина машины была занесена снегом. Я отряхиваюсь от снега, закрываю машину и включаю печку. Если бы я не проснулась, если бы я не очнулась в этот момент, мы бы просто с папой замерзли и остались в этом лесу навсегда. Я завела машину, на удивление она завелась, даже тронулась. Я поехала дальше, и мы наконец-таки добрались до той самой деревни, до наших родственников.
смотрите, приехали они. Наконец-то. Капуши какие. Так, давай, заводи батьку нам. Пускай отсыпается. Я просто сижу в машине и пытаюсь прийти в себя. Ко мне подходит дедушка и говорит: выходи, пойдем, кушать будем, чай будем пить, отогревать вас. Я смотрю на него и спрашиваю: а Витя не пришел? Какой еще Витя? Ну, Витя, мальчик. Ну, ему примерно лет 17-18. Ну, где-то так. Родственник наш. Витя, Витя. Мой дядя Витя? Да какой он дядя? Ему лет 17, говорю же. Не, голубушка, это ты что-то путаешь. У нас только один Витя родственник. Это мой дядя. Брат моего отца. И тут меня просто прошибает. У меня идут мурашки по коже. Меня прям все перетряхивает. Кто тогда этот Витя? Откуда тогда взялся этот мальчик? Он же мне сказал, что он наш родственник. Куда он тогда ушел? Почему он остался в лесу где-то один? А как это дядя? Ему же лет 17, я же говорю. Голубушка, я же говорю, у нас только один Витя был. Брат моего отца. Да, давно я о нем не вспоминал. Не вспоминали? А с ним что-то не так? Спрашиваю его я. Да, случилась беда. Давно его уже не стало. Ушел в соседнюю деревню и пропал. Его так никто и не видел. Говорят, забрел не туда, не в хорошее место. Куда не туда? В какое нехорошее место, спрашиваю его я. Да у нас тут рядом есть место такое нехорошее. Местные говорят, что оно проклято. Там души злые обитают. И тут я просто понимаю, что я и была в том самом проклятом месте. Потому что я видела 7-летнего мальчика, которого никто не видел, кроме меня. Я видела вот эту женщину. Я видела вот этого Витю, которого уже давно нету. Я понимаю, что я и была в том самом проклятом месте. Я его спросила: а что это за место? Почему оно такое? Да говорят, там какие-то то ли шаманы, то ли еще кто ритуал какой-то делали. Призывали силу нечистую. Вот с тех пор оно и стало проклятым. Кто туда забредет, уже живым никогда не выйдет. Витька, видать, туда и зашел, когда ходил на рыбалку. Эх, жалко пацана. Всего лет 17 ему было. И у меня не осталось слов. Я просто сидела в таком шоке, что не понимала, что происходит. Я бы не выбралась из того проклятого места. Сама бы я не выбралась. Я бы осталась в этой машине. Я бы уснула там, и мы вместе с папой бы замерзли. Наш родственник Витя, он нам помог, мне помог. В первый раз, когда я встретила мальчика, и когда я стала тянуть к нему руки, кто меня остановил? Витя. Он меня перебил, он меня отвлек. И в этот момент мальчика не оказалось. Когда мы ехали, и машина заглохла, та самая женщина поджидала нас. Но из-за того, что Витя вышел и пошел в поле, я не поехала дальше. Я вышла из машины и побежала к Вите. И опять на этом поле я встретила того самого мальчика. И я опять тянулась к нему, но меня остановил Витя. Это он мне сказал, что этот мальчик уже не мальчик, что это уже не человек. А когда я уснула в машине, это Витя меня разбудил. Витя мне сказал, что нужно быстрее бежать. Витя меня спас, и он мне помог. Только благодаря нашему родственнику мы с папой остались живы и здоровы. И как выяснилось позже, в тот день, когда мы поехали к родственникам, была годовщина со дня обряда, который проводили те шаманы. Поэтому в тот день все неупокоенные души активно буйствовали. Это они путали дорогу, это они ломали машину, это они пытались добраться до нас. Но благодаря этому 17-летнему мальчику они не смогли нам причинить вреда. Вот такая вот история. Напишите в комментариях, верите ли вы в призраков. Может быть, вы даже встречали призраков? Поделитесь об этом в комментариях. Ну и, конечно же, я очень сильно рассчитываю на ваш пальчик вверх. Ну а мы с вами увидимся совсем-совсем скоро. Всем спасибо за просмотр и пока!